Но надо так обмахивать, чтобы эти мошки не так сказать. То есть реально обмахивать, чтобы мошки отлетели. Таким образом. You keep the flies away. Не символически обмахивать, а реально. Okay. We have to be practical. We have to be spiritual, but we also have to be practical. Надо быть не только духовным, но и практичным. So I'm very happy to be here today performing this initiation ceremony on behalf of our Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Я очень счастлив сегодня провести эту церемонию от лица нашей Gaudiya Vaishnava Sampradaya. I like coming here especially because this is one of the main places of preaching of my godbrother. Бхакти Чайтанья Свами Махарадж. Мне нравится посещать место основной проповеди моего духовного брата Бхакти Чайтанья Махараджа. He's a very close friend of mine. Это очень мой близкий друг. We both spend a lot of time in South Africa preaching. Мы много времени вместе проводим в Южной Африке. Такая суровая слава по миру разносится благодаря ГУЛАГу и холоду. But now we're making it famous, we're making it glorious by spreading the Sankirtan movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu here. Но мы хотим, чтобы о Сибири разносилась добрая слава благодаря проповеди миссии Господа Чайтанья Махапрабху. As we know, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he declared that one day his holy name would go to every town and village of the world. Мы знаем о пророчестве Господа Чайтаньи, что его святое имя в один прекрасный момент распространится по всему миру, по всем городам и деревням. And fortunately, that also includes Siberia. К счастью, это пророчество включает в себя также и Сибирь. So I was reading the other day that the average temperature, you know, you take the temperatures throughout the whole year, the hottest and coldest, whatever. The average temperature is 0 degrees in this part of the world. Я прочитал недавно, что в Сибири среднегодовая температура равна 0 градусов. And I was reading that the coldest temperature ever recorded in the world was taken in Siberia. I forget the name of the town, but it was -71 degrees Fahrenheit. И я слышал о том, что самая холодная зарегистрированная температура в мире была зарегистрирована где-то здесь, в Сибирской области. Это -71 градус Цельсия. Провести эту церемонию инициации под теплым сибирским солнцем. But it's still the material world, so even though everything's perfect, there's lots of these little nasty flies. Но хотя, поскольку это материальный мир, хотя вроде бы все идеально устроено, но все равно мошкара мешает. Just so that we don't become too comfortable in the sunshine of Siberia. Чтобы мы не слишком разнежились под сибирским солнышком. Okay. Vitra, Pavitrova, Sarvavastam. Gato piva ya smadet pundarikaksha suchi shri vishnu shri vishnu shri vishnu. Okay, so now again 3 drops, what you say? Опять в левую руку ложечку капаете 3 капли на правую. Нараяная намаха. И смотря в воду произносите ом нараяная намаха. Выпиваете воду, очищаете ладонь. Апавитрам гато пива каксам са бая баянтара сучи шри вишну шри вишну шри вишну. We have a lot of purification to do because we've been in the material world for a long time. Конечно, нам надо намного больше. Чайто дхарапана марджани cleanses the heart of lust, anger, and greed. Поэтому надо повторять будет очень много мантр для того, чтобы очистить сердце от вожделения, гнева и жадности. And we take advantage of the Maha Mantra.
И особенно надо пользоваться преимуществами Маха-мантры. Maha means great. Maha обозначает великое. Like Maha Prasadam, the great Prasadam. Как Maha Prasadam, великий Prasadam. So this Maha mantra is the great chant for deliverance from the vice or sin of Kali Yuga. Поэтому Маха-мантра это великое воспевание, предназначенное для противодействия всем грехам Кали-юги. And most of you are taking first initiation, you're being initiated into the chanting of the Maha mantra to make it more effective. И большая часть из вас получает инициацию в воспевание святого имени для того, чтобы оно стало более эффективным. Chanting is always effective, but to achieve love of God, you have to receive the mantra through Guru Parampara from a spiritual master. Then you get the ultimate benefit. Воспевание всегда приносит эффект, но для того, чтобы развить чистую любовь к Богу, необходимо получить мантру, которая идет через Гуру Парампару, и тогда она принесет высшее благо. That's why you're taking initiation. Инициация предназначена именно для этого. So you can receive the mantra from your guru and be trained in the science of chanting Hare Krishna. Чтобы получить мантру от гуру и научиться искусству воспевания Хари Кришны. You're formally becoming students of a teacher. Вы становитесь официально учащимися, которые проходят обучение у учителя. Like we go to school to learn a material subject, we get initiated to learn mainly about this chanting of Hare Krishna. Мы отправляемся в школу для того, чтобы получить посвящение, то есть для того, чтобы изучить материальные вещи, но для того, чтобы изучить духовные темы, мы повторяем Хари Кришна, изучаем Священное Писание. Не благодаря себе, а благодаря милости Гуру и Кришны. Яша Прашад Бхагават Прашада Яша Прашад На Гати Гутопи, that by the mercy of the spiritual master, one is makes advancement in Krishna consciousness. По милости духовного учителя мы продвигаемся в сознании Кришны. Мы совершили церемонию очищения, одели кантималы, одели гирлянды. And we have a beautiful day. Сегодня прекрасный день. The sunshine of Siberia. Very rare. А в Сибири светит солнце, это очень большая редкость. We have Prabhupada and Gornitai and my faithful servant. Нандулал. Здесь присутствует Прабхупада, Горнитай, мой верный слуга Нандулал. Always here to render service to me. Он всегда готов мне послужить. Today he gave me one tattoo. Сегодня он мне наколку сделал. Pirates of the Caribbean. Карибских пиратов наклеил. Fortunately, it's not a permanent tattoo. К счастью, она смывается водой. But this is, I thank him for giving me this, initiating me into the Pirates of the Caribbean League. Но я ему благодарен, он меня инициировал в Карибских пиратов. We are tattoo brothers. Теперь мы братья по наколке. Actually, he's my servant. So. На самом деле он мой слуга. I'm my elder brother. Я его старший брат. Ангани ясья сакалендрия бриттиманти хашьянти панти калаянти чирандаганти ананда чинмая садуджвала виграхасья Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Gopi Janabalaba Girivardhani Gopi Janabalaba Girivardhani Yasodi Nandana Braja Janaranjana Yasoda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Madha Madhava Kunja Bihari Madha Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya
Вишнупад Парамахамса Паривачакачарья. Для того, чтобы приближать нас все больше как к Господу, так и к чистому преданному служению. But as we all know, that is only possible, first and foremost, by accepting the lotus feet of a bona fide spiritual master. Но мы знаем, что это возможно прежде всего благодаря принятию лотосных стоп истинного духовного учителя. Here in this verse we hear of the sages of Naimisharanyas appreciation of their spiritual master, Sutta Goswami. И из этого стиха мы узнаем, как мудрецы Наймишараньи с большим почтением относятся к своему духовному учителю Сути Госвами. Actually, these sages had all assembled in the auspicious forest of Naimisharanya at the very beginning of Kali Yuga. Все эти мудрецы собрались в самом начале Кали-Юги в лесу Наймишараньи для того, чтобы совершать жертвоприношение. Krishna consciousness. Тот, кто посвящает себя процессу сознания Кришны, he at once transcends, he rises above the modes of nature, he rises above the material energy. Сразу же возвышается над влиянием материальной энергии. And he comes to the level of Brahmana. И достигает уровня Брахмана. By Brahmana we don't mean that we merge into the impersonal Brahman. Достижение уровня Брахмана не обозначает, что мы растворяемся в безличном Брахмане. But rather we become fully immersed in spiritual activity, devotional service to God. This is real liberation. Напротив, мы полностью погружаемся в духовную деятельность, в служение Богу. It's getting better, a little better all the time. So we want to make things better. Как Beatles пели, что я должен признать, что дела идут на поправку, постоянно идут на поправку. То есть мы хотим, чтобы все шло лучше. So the sages could see, oh, Krishna's left. Now the darkness of Kali is beginning. И поэтому мудрецы видели, что после ухода Кришны начинается проявление тьмы Кали. And there's going to be so many conditioned souls taking birth in Kali Yuga. Это обозначает, что будет очень много обусловленных душ, рождающихся в Кали-Югу. It's going to be bad. Будет очень плохо. It's going to be the worst of the four ages. Это будет самый худший из четырех веков. But no. What can we do as transcendentalists to make it a little better? Что мы можем сделать? Харинам, Ива Кевалам, Халуа, Нашдева, Нашдева, Нашдева. Not by yoga, not by bhukti, not by yoga, not by gyan, but only by chanting the holy names of God. Брихаднараде Пуране говорится, что единственный путь в этот век — это воспевать святое имя Бога, и результата, которое приносит это воспевание, невозможно добиться ни через гьяну, ни через йогу, ни через освобождение. Конечно, есть вайшнавская традиция, что в конце жизни вайшнав может удалиться в уединенный баджан, нирджан баджан, на несколько лет. Chant Hare Krishna. И воспевать Харе Кришну. The finishing touches. Это последний момент. But we see Śrīla Prabhupāda's disciples, they don't generally do that. Но мы можем видеть, что ученики Śrīla Prabhupāda так не поступают обычно. My dear God brother Śrīdhara Swami Maharaj. Мой дорогой духовный брат Śrīdhara Swami Maharaj. He had a terminal disease in the liver. У него была смертельная болезнь, которая была поражена печень. But he didn't retire. He preached until he preached to the last breath by his example. Но он не ушел в уединение, он проповедовал до последнего вздоха. I took him to India. Я был там вместе с ним, потому что я его привез в Индию in последний great pain, приезд. In great inconvenience, he was preaching to the airline stewardesses. И он испытывал очень сильную боль и страдания, но в то же самое время он проповедовал стюардессам в самолете. Preaching to the devotees around his bed. Проповедовал преданным, которые окружали его постель. Even making jokes as he was dying, he was a jolly swami. И его называли веселый свами, он умирая шутил. Yes, we miss him very much. И нам его очень сильно не хватает. It's a wonderful example. Это прекрасный пример. And we could be part of those final moments. И мы можем также участвовать в этих, то есть мне повезло, что я участвовал в этих его последних играх. This is compassion that we don't deserve such mercy, but Vaishnavas share.
это сострадание, мы даже не заслуживаем подобной милости. Вайшнавы проявляют ее. The sages here, they conclude, it is by the will of providence only that we've met your divine grace. What have we done? It's only God's providence means God. It's by God's mercy. So thank God for Guru. И поэтому мудрецы на Мишаране пришли к заключению и сказали, что мы не заслужили этой милости, но мы благодарны за то, что она проявлена к нам, поэтому спасибо. This is a very uncomfortable place. Это очень неудобное место. Lots of darkness here. Most of the year it's dark and cold. Большую часть года здесь темно и холодно. A great place for preaching. Но замечательное, тем не менее, место для проповеди. You're fortunate. This is a great place for preaching. Вам повезло, потому что это замечательное место. Generally, where life is a little more troublesome, people are more receptive to Krishna consciousness. So you're Vaishnavas, you like to preach. So you've got a great Prabhu Datta Desh. Когда у людей проблемы, они обычно очень серьезно воспринимают сознание Кришны. Поэтому Господь и духовный учитель дали вам прекрасное место для проповеди. You live in the best place in the whole wide world. Поэтому вы живете в самом лучшем месте всего мира. For Krishna consciousness. Для сознания Кришны. Hare Krishna. Спасибо большое. Shri Prabhupada ki, Shri Gornitai ki, Nanda Dalal Servandas ki, Oh Premanandi. Memorize these and they know them well. They're so nervous. Иногда инициирующиеся так сильно нервничают, что они не могут даже вспомнить, чему же они обещают следовать. And chanting 16 rounds a day. И также надо пообещать повторять 16 кругов в день. So we'll call you up one by one. Сейчас мы будем вызывать вас по одному. And you will speak into the microphone so the whole world hears. И вы будете в микрофон говорить, чтобы весь мир вас слышал. Okay, so Bhaktin Yulia. Bhaktin Yulia. Артистично. So her name, this name means that she's the artistic energy. Это имя обозначает, что она представляет из себя творческую энергию Господа. Your name is Kriya Shakti. Kriya Shakti Devidas. Like taxes from the gopis. Где Кришна и мальчики-пастушки пытались собирать налоги с гопи. They stop the gopis and say that you can't pass here unless you give us some curds and some whey and some milk products like this. Они останавливали гопи и требовали заплатить им налог в форме молока, йогурта или же масла. Very, charming pastime. Это очень очаровательные игры. So from this day on you shall be called? С этого дня ваше новое имя будет Данагати Девидаси. Данагати Девидаси ки. Ведущим принципом не употреблять в пищу мясо, рыба, яйца, не играть в азартные игры, не заниматься незаконным сексом и не употреблять интоксикации. Одна из самых благочестивых женщин в истории это супруга Господа Шивы. Lord Shiva is the greatest of the devotees. Господь Шива это величайший преданный Господа Кришны. Vaishnavanam yathasambhu. We worship Shiva not as a demigod, but because he's a very great Vaishnava, and by his mercy only we can become Vaishnava. So we worship Shiva in Krishna consciousness. Поскольку он величайший Вайшнав, по его милости мы тоже можем стать сознающим Кришну, и он признанный великий Вайшнав сознании Кришны. But the better half of any man is his wife. Но лучшая половина любого мужчины это его жена. Because she's very conscientious in performing all the Vedic duties. Поскольку она очень сознательно совершает все свои ведические обязанности. So in Vedic culture the women always look up to Shiva's wife because she's very chaste, she's very loyal and she's very, very God conscious. И в ведической культуре супруга Господа Шивы находится в центре внимания всех, потому что она очень верная, очень обязательная и очень сознающая Бога. She's very beautiful and loyal and она также прекрасно выглядит. So from this day on, поэтому с этого дня your name shall ваше be новое имя будет Shri Gauri Devidasi. Shri Gauri Devidasi.
с этого дня. Your name will be. Ваше имя будет. Гита Виласи Деви. Гита Виласи Даси. Another beautiful name. Еще одно замечательное имя. В момент инициации вы расстаетесь со своей кармой. Гуру takes the karma. Гуру принимает вашу карму. He has to undergo some trouble. И он вынужден принимать на себя это беспокойство. But if you again take the sinful life after initiation, Guru has to again take whatever you do wrong, he has to. И поэтому, если после инициации вы опять совершаете греховные поступки, за них страдать вынужден Гуру. So be kind to your Guru. Поэтому будьте милостивы к своему Гуру. Remain pure. Оставайтесь чистыми. So, Elena, what are the rules and regulations? Перечислите, пожалуйста, ваше обещание. Имя будет обозначать божественная энергия Кришны. It refers to this divine energy in his immortal words of Bhagavad Gita. Ваше имя запечатлено в бессмертных стихах Бхагавад Гиты. From this day on, с этого дня, your name will be. Ваше имя будет. Дайви Пракрити Девидаса. Дайви Пракрити Девидаса. Не играть в азартные игры и не вступать в незаконные половые отношения. И обещаю читать 16 кругов каждый день. Сколько вам лет сейчас? 21. You received this name Ayodhya when you were a little girl? А у вас это имя Айодхи было детское, да? Who gave you that name? Кто вам дал это имя? Okay. Хорошо. So we'll keep that name, but we'll add something. У вас останется это имя с небольшим дополнением. Because it's a pretty name. Потому что это очень красивое имя. From this day on, с этого дня, your name will be. Ваше имя будет. Ayodhya Prema Devi Dasi. Ayodhya Prema. Это имя обозначает, что она очень дорога Кришне. From this day on, your с этого name дня will be ваше новое имя будет Кришна Прия Деви Даса. So, you can give him the mic. Alexander, what are the rules and regulations that you promised to follow for the rest of the month? Я обещаю не употреблять пищу, я рыбу, яйца, мясо, не употреблять интоксикацию, не играть в азартные игры, не заниматься незаконным сексом. Again, Shanta? Минимум 16 кругов. So we're very happy to accept you as our guru and follower. Я очень счастлив принять вас своим инициированным учеником. I've been praying for this moment for a long time. Я долго молился, чтобы этот момент настал. When I first came to Siberia and I was introduced to your community. Когда я первый раз приехал сюда в Сибирь и познакомился с вашей общиной. Gypsies, I was thinking it would be very nice if some of the gypsies would take the Krishna consciousness very seriously. Я все время думал, что было бы очень хорошо, чтобы кто-то из цыганской общины принял сознание Кришны очень серьезно. Because all of us are ultimately eternal servants of God. Потому что в конечном итоге все мы вечные слуги Бога или Кришны. Jivera Supoya Krishnara Nityadas. Our real eternal identity is servants of Krishna. Наша истинная вечная личность — это слуга Кришны, мы слуги Кришны. But I had never heard of anyone from the gypsy clan, the gypsy generation, becoming devotees of Krishna. Но я никогда не слышал, чтобы кто-то из общины цыган стал преданным Кришне. But certainly everything is possible by the mercy of Sri Chaitanya. Но по милости Господа Чайтаньи, безусловно, все возможно. So I'm very happy that amongst your fellow men and women you have taken the process of Krishna consciousness very seriously. И я очень рад, что, по крайней мере, вы из этой общины очень серьезно принимаете сознание. And we've also requested your good wife to also take fully seriously as well and begin chanting 16 rounds, so next year she can also get initiated. И мы также попросили вашу супругу, чтобы она
серьезно начала следовать, повторять по 16 кругов, чтобы в следующий раз тоже получить инициацию. Обязанность супруги — это следовать по стопам мужа. Я вижу, что она тоже очень скромная и верная супруга. And she's already chanting some rounds every day, so. И она уже повторяет регулярно мантру на протяжении. And you have fine children as well. Долгого времени у нее замечательные дети. So like this, my hope is that you'll preach to the fellow gypsies in your community and share your good fortune with all of them. И я надеюсь, что вы будете проповедовать цыганской общине, делиться с ними своей удачей. And help them become Krishna conscious. Take this as the service that Srila Prabhupada and Lord Chaitanya are giving them. Поможете им стать сознающими Кришну. Примите это как служение, данное вам духовным учителем Шрилы Прабхупады. And because you are there preaching and you're my disciple, I must also come there regularly and assist you in preaching to them. И поскольку вы будете проповедовать, поскольку вы мой ученик, я тоже должен буду регулярно приезжать и участвовать в программе. So to give you the courage to do that, because it's not an easy task. И поскольку это нелегкая задача, чтобы у вас была сила это делать. We're going to give you a courageous name. Вам будет даваться очень такое вы получите очень могущественное имя. You become famous amongst the gypsy clan and the Vaishnav devotees of the Lord for this name. Чтобы вы были известны этим именем среди цыганской общины и общины преданных. It means a lion amongst men. Это имя обозначает лев среди людей. From this day on, your name is Purusha Simhadas. Purusha Simhadas. В Искон больше ни у кого такого имени. And also, we're reserving one very beautiful name for his wife as well. И для его супруги у нас будет также очень красивое имя. I hope is next year we will come and she will have been chanting 16 rounds the whole year and she will sit by the side of her husband and be initiated into this wonderful society. Я надеюсь, что в следующем году она сможет также получить духовное посвящение и также будет инициирована, как ее супруг. And her fine sons as well. Right? И со временем также и ее сыновья. They look like demigods. Которые выглядят как полубоги. All right. Some lady was not on the list. Devi Dasi. Wow.
Sambhure Parambhujaya He Namaha Vaha 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 Vipanuga Vulayate Vaha Vaha Vaishnava Sarvabhoma Sri Jagannathaya Te Namaha Swaha 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 Vaishnavibhyo Namo Namaha Namo Namaha Padanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gora Krishi Namaha Swaha Swaha тоже надо стремиться к инициации. We're being more selective in our
accepting disciples now. Правда, сейчас я более избирательно принимаю учеников. I'm not going to accept as many as. Я уже не буду принимать так много, как раньше. So just got in the door, so to speak. То есть вам повезло, вы только-только успели. We're going to keep accepting, but we're going to be more selective. Сейчас уже намного меньше будет приниматься. We have 2,000 now. So. Сейчас уже около 2,000. Так что. But there's always room for Nandalala. Но Нандалала бы всегда. Нандалал дас. Всегда есть место. Хи. Джай. Хи. Джай. Хи. Джай. Читание с вами. Yeah. Who's disciple of Bhakti Chaitanya Swami? Кто ученик Бхакти Чайтанья с вами, поднимите руку. Нет, кто ученик? Ну ладно. Все разбежались. У вас пранам. Кто повторяет пранаму, тоже поднимите. Все ученики. Very good choice. Очень хороший выбор. But don't change your mind. He can't change his mind. Но ему нельзя передумывать. My disciple. I made the decision for you. Я уже за тебя решил. All right, so we'll go back now. Сейчас мы поедем уже. Thank all of you very much for a very nice few days here. Большое спасибо за эти замечательные дни. I like to come here to Krasnoyarsk. Мне нравится приезжать в Красноярск. Very far away and not, you don't get too many devotees coming here. Далеко и не слишком много здесь преданных. So it's nice to come and we'll be back again next year. You're not going to give tomorrow morning class? Maybe I'll give class tomorrow morning, not sure. Завтра утром я, может быть, дам класс еще несколько. It's a whole different time scale. It's like 9 hours difference from Europe. Потому что здесь совершенно другое. Но мало придет. Okay, so спасибо. Завтра Хари Кришна. Хари Кришна. Шила Традина Свами Махараджа Ки. Джай! Шила Гурудева Ки. Джай! Шила Прабхупада Ки. Джай! Amaya Kama.
Тасякая на гунана вася, ванде гуроши чарана вася, ванде гуроши чарана ринда. Кришна Бхакти Прададеви Садхивати Намо Намаха. Шримати Туласи Махарани Вринда Деви. Радха Кришна Сева Пабу Эйя Виласи Намо Намо Джейто Мара Шаранда Лой Таро Ванча Пурна Хой Крипа Кори Govinda
После киртана такой аромат стоит, как в гимназии. That's because a lot of the men don't wear deodorant. Наверное, особо никто не пользуется дезодорантами, да, здесь. I noticed that in Russia. Я замечаю, что в России это популярно. But you should. Но стоит. Gaudi should always present himself as he's present in front of his spiritual master Krishna. Преданный всегда должен действовать так, как будто он находится в присутствии духовного учителя и Кришны. So in Western countries, all the men, the boys, they wear deodorant. But I notice here, not all the men do. Some do, but not all. На Западе многие пользуются, но здесь я заметил, что это не очень популярно. But it's not. Jai Radha Madhava, Kunjabi Hari. Jai Radha Madhava, Kunjabi Hari. Jai Radha Madhava, Kunjabi Hari. Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava.
He's praying for compassion. He's praying for humility. He's an acharya. Он молится о сострадании и смирении, хотя он является ачарьей. These are necessary qualities to please God. He's an acharya. He's praying. What about us? Это необходимое качество для удовлетворения Господа. Он молится об этом. Что же насчет нас? What are we praying to God for? О чем мы молимся Богу? A new sari? Новое сари? A new set of clothes, a dhoti, a bicycle, a car. Новое дхоти, новый велосипед, новую машину. We don't even pray for these things, so we know we're not supposed to pray. But what are the desires in our heart? What are really the desires in our heart? We don't even recognize them ourselves. Конечно, если мы знаем о том, что нельзя об этих вещах молиться, мы не будем молиться, но тем не менее, каковы желания в нашем сердце? In other words, what do we desire out of this process of Krishna consciousness? Другими словами, что мы хотим получить в результате исследования процесса сознания Кришны? One time Prabhupada said, most of my disciples are aspiring for the heavenly planets. Один раз Шрила Прабхупада сказал, что большая часть моих учеников хочет отправиться в рай. Do we really desire pure devotional service and all that it entails and are we ready to perform the sacrifices necessary to achieve that exalted stage of consciousness? Действительно ли мы стремимся к чистому преданному служению и готовы ли мы жертвовать всем ради достижения такого возвышенного состояния? Кто мы такие? Мы вечные слуги Кришны. We want to become pure unalloyed devotees. Мы хотим стать чистыми беспримесными преданными. So when we read verses like this, spoken by Prahlad Maharaj. Когда мы читаем подобные стихи, один из которых был произнесен Прахладом Махараджем, мы начинаем понимать, какими мы должны стать. Однажды преданный сказал Прабхупаде, я тоже хочу быть таким, как вы. И другой преданный сказал, это оскорбление, ты не можешь быть таким, как гуру, ты же ученик. Right? Well, I want to be like my guru. Well, in one sense, я хочу быть таким, как мой гуру. We should never think that we can become like our guru. Конечно, в определенном смысле мы не должны думать о том, что мы можем стать такими же, как гуру. He's the master with a servant. We don't become like our guru. It's always our. We're always following behind him. Он всегда наш господин, мы всегда слуги, мы никогда не можем занять его место. Бхактивинода Тхакур says, I'm always running behind you, shouting, Krishna, Krishna. Бхактивинода Тхакур говорит, что я всегда бегу за тобой, восклицая, Кришна, Кришна. Поэтому, если вы на самом деле хотите решить проблему личности, надо помочь ей выбраться из материального мира навсегда. Back to Godhead, all problems are solved. Вернуться домой назад к Богу, и там все проблемы решатся. Krishna says, Punarjanma na vidyate, in that famous verse, Abhrama, Bhuvanalaka, the last line. Having once returned there, one never comes back to this world of birth and death.
Кришна говорит Бхагавад-гите, что тот, кто обернулся к нему, не возвращается в мир рождения и смерти. Therefore, Rupa Goswami describes the highest welfare work is Krishna consciousness. Поэтому Рупа Госвами говорит, что высшая благотворительная деятельность — это сознание Кришны. People may not appreciate how, you know, devotees are singing and dancing on the streets and distributing sweets. How this is really helping the world. Люди могут не понять, как это помогает миру. Песни, танцы на улице и раздача сладостей. They used to say, why don't you get a job? Why don't you do something about it? We're doing the most important work. Они преданным говорят, почему бы вам на работу не пойти, не начать делать что-то полезное, но они не понимают, что преданные занимаются самой важной, все станут преданными и будут счастливы в сознании Кришны. Гантара, Шримад, Бхагаватам, Ки, Шри Пралад Махарадж, Ки, Шри Прабхупада, Ки, Шри Шри Горнитай, Ки, Голок Премдан, Харинам Сенкиртан Ягья, Ки, Гор Премананди, Харе Кришна. Thank you once again, all of you. Большое всем спасибо еще раз, что вы разрешили мне посетить ваш сибирский храм. We must come back. Но мы обязательно должны вернуться. Because we have our little servants here. Потому что у нас маленький слуга здесь остается. It's these loving relationships that pull the strings of the heart and take us to different places in the world. Отношения, основанные на любви, тянут нас посещать разные места по всему миру. So we will be back. Поэтому мы вернемся, чтобы увидеть Нанду Лала, для проповеди нашим друзьям, цыганам. Special affection for the gypsy community. Особая привязанность к цыганской общине. As you've seen, and now we've initiated Purusa Simhadas. He's going to behalf of his spiritual master, continue preaching there. Пуруша Симхадас получил инициацию, сейчас он будет от лица духовного учителя проповедовать. Our hope is that through the years, as the years go on, other of his people will also come forward and become Vaishnavas, devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Śrīla Prabhupāda. И будем надеяться, что со временем многие другие из этой общины также станут преданными. Что ты говоришь? He wants to start chanting three rounds. He wants to start chanting three rounds? Давай, начитаем. Для вдохновения. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Samsara Dava Nalalila Loka Tranaya Karunya Gana Gana Dva Raptasya Kalina Guna Nivasa Vande Hiroshi Tadana Mahaprabhu ke dana nitya gita Varita manya manaso sena Romancha kampa shutaranga bhajo Vande guroshi karna Shivigrahara Dana Nitya Nana Shingara Tanma Diramajanado Yuktasya Bhaktam Shunayunjatobi Bande Guroshi Charanadi Chaturvidha Shri Bhagavat Prasada Svadvana Triptam Haribhakta Sangha Kritvaiva Triptam Vajata Sadaiva Bande Guroshi Tadana Radhika ma havayorapara Madhurya lila gunarupa namna Pratikshanasva nanalolupasya Vande guroshi charana Nikunja yuno ratikele sinyai Yayali biryukti apekshaniya Tatati daksha ativalabhasya Bande guroshi tadana Sakshad Haritve Dasamasta Shastraya Uktasta Tava Yate Visadhi Kintu Praboya Priya Evatasya Vande Guroshi Tadana Yasya Prashada Bhagavat Prasada Yasya Prashada Dagati Gitopi Dayanstu Vamstasya Yashasti Sandha Vande Guroshi Charanadi Spiritual master is receiving benediction from the ocean of mercy. Just as a cloud pours water on a forest fire to extinguish it, so the spiritual master delivers the materially afflicted world
by extinguishing the blazing fire of material existence. I offer my respectful obeisances to the lotus feet of such a spiritual master. Chanting the holy name, dancing in ecstasy, singing and playing musical instruments, the spiritual master is always gladdened with the Sankirtan movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Because he is relishing the bellows of pure devotion within his mind, sometimes his hair stands on end, he feels quivering in his body, and tears flow from his eyes like waves. I offer my respectful obeisances to the lotus feet of such a spiritual master. The spiritual master is always engaged in the temple worship of Sri Sri Radha and Krishna. He also engages his disciples in such worship. They dress the deities in beautiful clothes and ornaments, clean their temple, and perform other similar worship of the Lord. I offer my respectful obeisances at the lotus feet of such a spiritual master. The spiritual master is always offering Krishna four kinds of delicious food, analyzed as that which is licked, chewed, drunk, and sucked. When this is, that the devotees are satisfied.